Дорогие земляки, сегодня в нашей стране отмечается традиционный День знаний. В Карелии более 7 тысяч первоклашек впервые переступили порог школы и пришли на школьные линейки. Для каждого из вас, дорогие первоклассники, а также для ваших родителей, этот день навсегда останется одним из самых ярких воспоминаний в жизни. Впереди у вас новая жизненная дорога под названием «Школа». Я желаю вам, чтобы эта дорога была счастливой и интересной. И пусть в этой дороге вас сопровождают верные и преданные друзья. Все эти годы рядом с вами будут ваши любимые и заботливые учителя. Цените и уважайте их. Дорогие педагоги, хотел бы выразить вам благодарность за ваш нелегкий, но очень почетный труд. Желаю вам счастья, благополучия, успехов, благодарных учеников. В добрый путь, дорогие друзья!